Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья! У аппарата Zodi, на аппарате Shadow Speak. Запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья, потому что мы идем убивать Чупакабру. Так, где следы крови его? Правда, кое-что меня все-таки напрягает. Количество патронов. Вы видели, как мало жизни я ему снял? Я просто боюсь, ребята, что у меня не хватит патронов, чтобы его завалить. Я вот сейчас, перед тем, как сесть за запись, думал, что же делать-то. Ну, я думаю, здесь все продумано, и как бы автор позаботился о том, чтобы у нас был шанс его завалить. То есть, учитывая, что мы тратили патроны, да, убивали инопланетян, как бы это все рассчитано должно быть, по идее. Так, ну что, идем в пещеру? Идем. А, понятно, новая локация. Вот оно что. Так, а неужели там так темно? Опачки, вот туда куда-то нам. А там темень, а? А здесь что? Патроны! Слушайте, а как мне... И как я должен туда попасть, чтобы взять патроны? Так. Он, видимо, вверх туда залез, да? Но я туда попасть не могу никак. Хорошо. У меня ощущение, что где-то я не побывал, где-то я не нашел что-то. Так, это, видимо, уфолог, судя по рисунку на кепке. Мне нужно найти патроны. Я по этому поводу очень переживаю. Блокнот запачкан кровью, поэтому я могу разобрать только часть текста. Эта тварь была создана, чтобы собирать души для них. Она сбежала с упавшего НЛО. Все, да? Слушай, у тебя нету ключей от вышки? Судя по всему, нет. Вот здесь будет очень неудобно сражаться с Чупакаброй. Очень неудобно. Прямо крайне неудобно. Здесь и спрятаться-то негде. Если он на нас побежит, то все. Поэтому я волнуюсь. Ну, в принципе, ничего. Умрем, попробуем еще раз. Темно. О, ты! Да! Да что ж я не попадаю никак? Я ведь в него прям выстрелил. Ну как это так? Пуля прям, не знаю, подмышка у него пролетела, что ли? Ёлки, черт, приходится патроны тратить. Может быть, их ножиком убивать? Да нет, я не думаю, что получится. Блин, то есть еще и на них патроны здесь тратить? Так, слушайте, так туда идти или сюда идти? Слушайте. Так, а что у нас там? Подождите-ка.
Тупик? Просто тупик? И нету ничего? Ну хотя бы один патрончик положили. Так, надо быть предельно аккуратными. Очень хорошо целиться. И зачем, в принципе, приближать? Вот так вот стрелять, когда они будут близко, и все. Учитывая, что одним выстрелом мы их убиваем, главное просто попасть. Ёлки-палки, ну хватит, даже здесь шепчут. Так, и туда можно, и туда можно. Слушайте, а если сейчас побегут они? Они ведь уже, кстати, не кричат. Тот не кричал. Иди ты, иди в задницу. Куда? Вроде убежал. Ну вот только теней здесь не хватало нам. Вот только теней нам здесь не хватало для полного счастья. Так, понятно, нам сюда. А там наверху нет аптечки, может быть, получится туда забраться, к примеру. Вот так. Вот смотрите, как... Опа, как хитро. Ой. Вот только... А, хотя нет, смотрите, вот до сюда мы дойдем, и что дальше? А, нет. Это опасно, это глупо. И я думаю, бессмысленно. Вот то, что здесь еще и тени есть, это вообще очень плохо. Так, нам сюда? А здесь? Здесь у нас что, нет? Ничего. Ладушки. Я надеюсь, не будет лабиринтов. А вообще неплохо было бы найти сохранение, что ли? Ой, как хорошо. Прямо в рожу. Жаль, что нельзя этих душ оставить на потом. Вдруг нам понадобятся они? Сейчас-то толку от них никакого. Мы и так полностью здоровы. Ну, блин, два подряд — это плохо. А, это просто колонны. А путь один и тот же. И, кстати, сохранение — это прекрасно. Ну, блин, мне бы патрончиков, пожалуйста. Дайте патрончиков. Ой. Ох, как тут. Какая-то там половина кого-то, загрызенная корова или что, или лось, может, какой-то олень. Не знаю. Так. Тут просто вода в крови, да? Ничего необычного. Но обратно я уже не подымусь с другой стороны, так что по-любому сюда. А! Да какого черта? Я долблю по кнопке выстрела. Почему он не стреляет? Я долблю по кнопке, он не стреляет. Какого черта? Ну ладно. Теперь будем знать. Кажется, еще один. Вот. Ёлки, четыре. Четыре патрона потратил. Ну, в принципе, я-то их убил каждого с одного патрона, но при этом 4 патрона все равно пришлось потратить. Так, здесь много места и очень темно. Это меня пугает. Да нет, ничегошеньки не видно, кроме их голых задниц. Они все лежат в одной и той же позе и светят своими задницами блестящими. Как-то это немного... пошло и извращенно.
Так, там проход дальше. Окей. Слушайте, у меня такими темпами, если пещера длинная, патронов не хватит даже на то, чтобы дойти до Чупакабры. Вот сейчас бы мне сохраниться, учитывая, что... Так, и туда можно. Пойдем по левой стороне. Так, не бежит сзади, никто нет. А здесь вроде как тупик. Или... А, да, тупик. Тупик натуральный. И нету ничегошеньки, ни одного потрошки. Хотя бы одну потрошку дали. Так, ну что, пока бы, если мы будем все-таки сражаться, постараюсь не мазать, постараюсь максимально экономить патроны. Стрелять только, когда буду точно уверен, что все окей. Так, а туда я никак не перепрыгну. В принципе, наверное, это не нужно. Не, не перепрыгну. Нужно вниз спускаться. Оп! Тихо-тихо-тихо-тихо, змея, тебя еще только не хватало. Еще на тебя тратить сейчас патрон, такой ценный ресурс. Ёлки-палки. С другой стороны, ты вообще где? Ага, понял. Где твоя башка? Прям подо мной. Ой, ой, так, тут только падать не надо. Ай, не могу камеру повернуть ниже, чтобы в нее выстрелить. Вот так вот. Окей. Ну пришлось потратить патрон. Тут ничего не поделаешь. Так, вот сюда вот. Аккуратненько, аккуратненько, опа. Возможно, если бы я в прыжке. Вот так вот сделал. Может быть, я успел бы в прыжке ее убить ножом, но это сомнительно. Так, дальше сохранение, это прекрасно. Это очень хорошо. Вот сюда. Туда можно, и туда можно. Фу! Патрончики, патрончики у чувачка. Это прелесть, а что там? Так, туда он тоже... Нет, оттуда он пришел, видимо. Вот так вот, и туда побежал. Или как? Стоп, подождите, а это... Не начало ли? Нет, нет, стоп. Просто место очень похожее. Но походу, ребята, сейчас будет, собственно, босс-файт. Так, на всякий случай сохранимся еще раз. Чтобы уж конкретно игра сохранилась. Мне бы успеть взять патрончики. Я не вижу пока что никого. Блин, боюсь. Знаю, что такая замануха может быть. Только подойдешь к патрончикам, сразу на тебя кто-то кинется. Поэтому давайте аккуратненько. А! Да что? Где ты? Черт, черт. Опа-па-па-па. Стоп, подождите, я понял, что нужно делать. Раз и... Где патроны? Опа. Где ты? Черт. Опа. Вот так, хорошо. Аптечку вижу. Черт. Вот вся проблема с перезарядкой, ребята. Есть, успел.
Есть, половина хп, примерно половина хп. Я думаю, у нас хватит патронов. Главное не налажать, главное по своей вине не ошибиться. Есть, хорошо, успел. Успел перезарядить. Так. Ой! Успел. Хорошо. Где? Где ты? Ага, вижу. Ребята, чувствую, у нас получится. У нас все получится. Живучая тварь. Перезаряжай. Успел. Хорошо. Хорошо. Да ты сдохнешь когда-нибудь или нет? Ой, не перезарядился. Ух, ух, успел. Получилось, получилось. Убежать от него. Ох. Подобрать ключи, которые были внутри зверя. Фух. Ладно, хорошо. Я взял ключи от смотровой вышки и пещеру. Пробраться на смотровую вышку. Хорошо. Фух, ребята, у нас все-таки получилось. Я переживал, но патронов у нас осталось действительно мало. Так, а там был такой проход или нет? Подождите. Нет, стоп, этого прохода не... А, ну вот, выход из пещеры. Обратно-то мы в любом случае не сможем вернуться. Там мы спрыгивали вниз. Так. Тут у нас кто, непонятно, да? И у тебя больше ничего нету. Так, где-то здесь я брал аптечку. Кроме нее ничего здесь не было? Вроде как нет. Где-то здесь она лежала. А вот тут. Ой, какой кошмар. Да сюда он притаскивал, видимо, своих жертв, которых не доел. Кстати, подождите. А это ли случайно не верхняя половина от человека, который жил там в хижине? Потому что возле хижины только нижняя половина лежит. Вполне может быть, что это он и есть. Так, ладно. Со здоровьем у нас все прекрасно, но все плохо с патронами. Все очень плохо. Сохранение. Конечно, сохранимся. Ой-ой-ой. Тихо, тихо, тихо. Вот только на нас. Главное, чтобы не упал такой камешек. А то, я думаю, это довольно больно. Что-то загрузка затянулась. Так. Нам туда. Нет, не тут. Где мы оказались-то? А, стоп! Были мы здесь, ну, то есть, да, мы здесь были, но только здесь это где, я вот не помню. Нет, нам туда, определенно туда, вроде как. Стоп. Если мы пойдем туда, то мы спустимся вроде как к трейлеру. А, нет, это нам не нужно. Где ты, откуда ты бежишь? Я не вижу его дух. Похоже, получилось. Осталось выбраться отсюда. Ну да, но в принципе души-то их не лечат, как бы. Ой, что-то происходит. Бежим, бежим, бежим. Если что-то происходит непонятно, и он не сдох, кстати говоря. Слушайте. Так, давайте будем от него просто убегать. Походу, он бессмертный. И походу, он типа телепат, что-то такое. Потому что, ну, вы видели, что с нами произошло. Ну его нафиг. У меня патронов почти нету. Я не хочу последнее потратить. Где мы находимся? А, я вспомнил, где мы находимся. Но не могу вспомнить, куда нам... Нет, вспомнил, куда нам... Все.
Вопрос отпал. Хоть немножко, но я уже запомнил эту местность совсем чуть-чуть. Ну блин, а что это такое бессмертное было, а? Что это за тварь? Я в него прям в бошку ему всадил патроны. Я четко видел, что я в него попал, потому что по нему такой эффект прошел, как от попадания. Ну, как знаете, в какую-то энергетическую броню там в фантастическом шутере попадаете у противника, и такая волна расходится. Вот по нему такой цветной эффект прошел. То есть я не промазал, я пропал. Раз он не сдох, то значит он бессмертный. То есть он чем-то защищен. Тут ведь ничего не изменилось. А вот это вот, вот этот топор, он здесь был всегда или появился только сейчас? То есть... Так, а ну-ка сейчас проверим. А здесь посмотрим, здесь тоже заросли. То есть я теперь могу ящики убить, да? Что здесь есть? Что здесь есть? Офигеть. Аптечка нам не нужна. Дайте патрон. Вот, вот что нам нужно. Вот что, оказывается, в ящиках в итоге находится. Расходники. Аптечки, патрошки. То есть все-таки было бы неплохо пойти ящики порубать. И там, кстати, тоже ящик есть. Может сходить туда? А давайте сейчас так и сделаем. Только сначала нет, на вышку мы не подвинемся сейчас. А мы вот сюда вот сходим. Опа, а ну-ка. Да, смотрите, прелесть какая. Опа. Опа. Эй, опа, здесь ничего нету. Чтобы запустить этот генератор, нужно залить бензин. Хорошо, где бензин, я знаю. Во-первых, бензин там, где хижина, там в генераторе у меня работающем есть бензин. Во-вторых, две бочки с бензином вот здесь недалеко совсем находятся. Там, куда мы сейчас исходим с вами. Так, ну не так уж и много, в принципе, нам дали, но... Теперь мы, в принципе, можем сходить... Где еще был ящичек? Но топать отсюда будет очень далеко, поэтому, наверное, не стоит. А где-то там внизу, по идее, должна быть еще одна пещерка с заколоченными... В общем, заколоченная досками. Слушайте, этот чувачок, он не дополз никуда сюда? Потому что я не знаю, что с ним делать. Ой-ой-ой, он где-то здесь. Иди, иди в задницу, иди в задницу. Блин, чего делать с тобой? Да чтоб ты был здоров. Слушайте. Я, конечно, могу попытаться в него пострелять, но реально вот я не хочу тратить патроны. Я понял их ценность, когда на нас начали переть инопланетяне по несколько штук. Но тогда я наконец-то понял настоящую ценность этих патронов. Упади, пожалуйста, упади вниз. Вот просто упади. Ёлки-палки. Ну и как мне теперь обойти его? И просто пробежать мимо него я тоже не смогу. От него нужно быть постоянно на большом расстоянии. Как только... Расстояние между нами уменьшится, увидели, что экран моментально у меня сереет, и это значит, что, ну, в общем, ничего хорошего для этого ждать не стоит. А здесь, я не знаю, как еще можно обойти. Может быть, если я спущусь вот здесь вот, то... Так. Мы, в принципе, сохранились, поэтому почему бы и нет, можно и попробовать. Вот таким вот образом. Перехитрить его, скажем так. Нет, там, видите, совсем другой край ущелья. Если мы здесь пойдем, то толку от этого никакого не будет. Хотя, стоп. Нет, 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 ничего. То есть так мы туда не попадем никак. Только либо далеко куда-то идти в обход. Блин, плохо это. Это плохо. Я реально не знаю, что сейчас делать. Как его обижать? Тратить патроны я тупо не хочу.
Нет, ну, по крайней мере, если бы я знал, допустим, что там двумя или тремя выстрелами я его убью, я бы потратил их. Но это если бы. Как говорится, если бы, да кабы. Да во рту росли грибы. А давайте проверим, что будет просто, как он убивает. Ну, то есть, с какого расстояния. Я к нему подходить не буду. Вот выдержим расстояние просто определенное. Вот так. Черт, отходи. А вот как он убивает. Но может быть я смогу просто пробежать мимо него? Так, а где находится тот ветряк? Я не вижу отсюда. В общем, где-то туда нужно будет бежать. Давайте попробуем мимо него просто быстренько пробежать. Вдруг получится. Может быть мы успеем. Может хватит здоровья. Бежим. А я не вижу ничего. Черт. Да бегишь ты, ну. Нет, не получается. Просто потому, что, ребята, я не вижу, куда бежать. В итоге я куда-то где-то застопорился, куда-то уперся. Либо он не дает нам бежать. То есть мы замедляемся или что-то такое. Но я вроде как видел, что почти добежал до тех камней. Но нет, у меня это не получится, значит. Так, и что же тогда делать в таком-то случае? Ладно, туда мы потом как-нибудь обойдем, видимо, по кругу. Раз уж такие пироги, давайте просто... Просто топаем, собственно, на вышку. Мне уже не терпится просто узнать, что же здесь находится. Ох, как интересно. Так, о, для бензина. Отлично, канистра есть. Так, сейчас мы зайдем. Отсюда, может быть, увидим что-нибудь интересное, а? Так, давайте вспомним, где у нас что? Вот там вот где-то, на той стороне, ящик. Но теперь мы знаем, что в этих ящиках, поэтому он нам нужен только ради того, чтобы патроны получить. Это при условии, что там будут патроны, а не аптечка. И где-то, вот я не помню где, находится еще и дверь. Ну, не дверь, а пещера, ну, заколоченная, то есть. Больше, если честно, я не помню. Ну, кроме того, что там на вертушке, рядом с вертушкой, также есть ящик. Но там мы еще побываем обязательно, потому что там канистра. Ой, крыса. Но крыс я не боюсь. Это же все-таки не паук, а всего лишь крыса. Или мышка, наружка. Так, здесь что-то есть. Видимо, что-то неважное, потому что абсолютно непонятно, что это. Ну, фотография, ну только что там. Это радио не работает без электричества. Понятно, нам генератор нужно запустить для этого. Ну, это, в принципе... Понятно. Так, в общем, все плохо. Кто мог это сделать? Очень короткий список. Я подобрал пустую канистру. Окей, наполнить канистру бензином. Понятно. Это было очи... Ой, прелесть какая. Ой, как хорошо. Вот за это огромное спасибо. Так, книжка какая-то с довольно-таки особенным содержимым. Так, ну что ж, ребята, давайте мы пойдем сохранимся. Я думаю, насчет на сегодня нужно будет с этим заканчивать, потому что дальше, в общем, будет очень сложно. Я не знаю, как эту тварь обойти, и, видимо, нам придется просто спускаться где-нибудь вниз и топать по всему, так вот по всей стороне, по кругу. А я не помню просто, как еще можно обойти. Вот куда-то в ту сторону нужно, как там... Если мы спустимся, допустим, смотрите вниз вот здесь. Ой. Вон туда. То черт его знает, куда мы в итоге придем. Но у нас нет выбора, придется. Придется так поступать, наверное. Может не здесь, я еще подумаю. Я еще по карте хорошенько посмотрю. Пытаюсь понять. Или вспомнить. В любом случае, спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в следующей серии. Пока-пока.